привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Итак, мы очень долго готовились к этому шоу, хотели записывать его еще в прошлом году, но что-то нас повлекло, и новые идеи нам приходили для этого шоу. Итак, сегодня у нас стартует шоу на 50 тысяч рублей. 5 будет у нас выпусков, в каждом выпуске мы будем повторять гол, который нам посчитался очень легендарным, и реальных футболистов будем повторять гол. Также нам будет помогать сегодня Святослав, ссылочка на него будет, ну не сегодня, вообще по всему ходу шоу, ссылочка на Инстаграм будет в описании, наши ссылочки с Максимом тоже, так что поехали смотреть первый гол. Мы выбрали гол, это гол Тьерри Анри за лондонский Арсенал, он забил этот гол. Тема оценивания у нас такая: если мы промахиваемся, у нас 0 баллов. Если мы забиваем абсолютно на любой гол, это 10 баллов. Забиваем красивый, это 20. Но если в точности мы повторяем, это 30 баллов. Идеально. Да, первый нужен Су-е-фа. Су-е-фа. Ну, выбирай. Ну, давайте выбирай. Ладно. Окей, иди на урок. Ну что ж, друзья, за 5 ударов у Максима получился один удар в створ, и именно он точный, ну, створ у него были, но именно точный. Это не точное повторение гола, он забил абсолютно любой, поэтому 10 баллов. Итого у нас по сумме пока что всего шоу, всех 5 выпусков у Максима 10 баллов, у меня 0. Если вы сможете повторить гол Тьерри Анри, который был у нас в сегодняшнем выпуске, отправляйте его на нашу почту, и мы обязательно потом опубликуем, например, может быть в следующих роликах, может быть вообще, типа я есть несколько роликов, да, отдельный ролик можем даже сделать, калаш такой, да, как подписчики забивают наши голы в шоу. Наши, да, наши, да.